В зале Дома культуры «Чайка» нет свободного места. На встречу с Николаем Меркушкиным активисты «Красной Глинки» пришли со своими вопросами, пожеланиями и предложениями. Так и аэропорт Курум, новый терминал которого был открыт в прошлом году, заслуживает особого внимания. В следующем году аэропорту Курумыч, красавец, он сегодня в фильме тоже был, исполняется 60 лет со дня образования. Это один из немногих аэропортов, который в новой стране строился на новом месте. Давайте день рождения нашего аэропорта, воздушной столицы губернии, сделаем общенародным праздником. Говорили жители Красноглинского района и о проблемах, которые необходимо решить в ближайшее время. Это и качество воды в управленческом, и строительство ливневой канализации. Волнует жителей скорейшее завершение капитального ремонта Дома культуры «Октябрь». Долго Дом культуры «Октябрь» передавался с баланса на баланс, и пожарная сигнализация была запущена. А посему решением районного суда он закрыт. Теперь нужно отремонтировать кровлю, запустите пожарную сигнализацию, и пусть Дом культуры функционирует и ремонтируется. А по поводу обновленного ДК «Сатурн» звучали слова благодарности. Много лет жители ждали ремонта, но решился вопрос только в последние годы. В центре внимания перспективы развития региона. В Самарской области произошли значительные перемены. Строятся дороги, спортивные объекты, школы и детские сады, доступное жилье. Много сделано при поддержке федеральной власти. Чтобы позитивные преобразования продолжались, необходима поддержка всего общества, единение людей. Сегодня все политологи считают, что выборы этого года, эти выборы, которые будут 18 сентября, они будут самые сложные, самые ответственные, самые важные. Мы должны этот барьер пройти с вами так, чтобы потом можно было друг другу на самом деле и в лицо говорить все, что мы хотим сказать, чего хотим просить, чего хотим потребовать. Десятки вопросов задали на встрече жители Красноглинского района, передали сотни письменных обращений. Каждая будет рассмотрена и отправлена на отработку. Марина Кравцова, Марианна Мирная, Максим Гусев. События.